Всем привет, друзья! Вы на канале «Кухня без фанатизма». И сегодня я вам покажу, как я делаю полезный цельнозерновой хлеб, когда это некогда. Очень быстро я приготовлю и покажу вам, как это делается. Я беру 1/3 чайной ложки пищевой соды, 200 миллилитров теплой воды. Все перемешиваю. И теперь потихоньку беру муку пшеничную цельнозерновую и потихоньку добавляю ее. Цельнозерновую муку просеивать не надо, потому что там много отрубей, они просто останутся в сито. Поэтому этого делать не следует. Надо просто взять чисто хорошую. Ну, упаковка, да. Хорошую муку. Вот. Сеять ее не нужно. И потихонечку вот так добавляем. Будем делать тесто не очень густое, слегка мягковатое. В конце замеса подсаливаем по вкусу и уже вымешиваем окончательно. Цельнозерновая мука, в отличие от белой пшеничной, не бывает никогда резиновой. Вот за счет того, что ее перемалывают вместе с оболочкой, она сама по себе как разрыхлитель. То есть она в любом случае без добавления жиров, яиц, там, сметаны. Без всего этого она получается, вернее, тесто получается, и изделие из него очень таким вот рассыпчатым, мягким. То есть оно не бывает плотным, резиновым, жестким. Поэтому, потому что мука это сама по себе как бы разрыхлитель. И, соответственно, полезно. Да, за счет вот этих волокон грубых этой оболочки, она вся такая вот пористая получается, без дополнительного разрыхления. У меня вот на канале есть пирожки из этой муки, тесто дрожжевое, и там в составе теста нет никаких жиров. И вот некоторые люди писали, что ерунда, эти тесто как кирпичное. Друзья, ничего подобного. Цельнозерновая мука не бывает жесткой или кирпичной. Она сама по себе очень такой структуры, что можно есть губами просто. Без добавления, как я уже сказала, жиров. Ну вот, смотрите, вот оно такое мягенькое. Оно никуда не липнет уже. Можно поближе? Угу. Оно никуда не липнет. И в то же время оно такое мягкое, нежное, очень приятное. Накрываю пленочкой, минут на 10 отдохнуть, и будем уже выпекать. Все. Просто, ну, элементарно, вообще ничего не надо делать. Друзья, я в сковороду налила 1 чайную ложку растительного масла, у меня горчичное масло, и хорошенько смазываю. Нагрев сковороды немного больше самого маленького, чуть-чуть побольше. Вот, больше такая. Среднего? Нет, немного больше маленького. Маленького. Выпекать будем на небольшом нагреве. Так, и теперь я беру бумагу, немножечко посыплю мукой, прям слегка. Да, на тесто у меня ушло 270 грамм муки. Беру вот этот тесто свое и вот так вот руками делаю лепешечку, вытягиваю. Скалкой не нужно давить, потому что когда скалкой давишь тесто принудительно, ну, практически, как сказать, очень тяжело это для теста, оно становится более тугим, поэтому
вот так ручками разминаем. Какие тонкости ты знаешь, Марина? Ну, естественно. Молодец. С тестом надо обращаться очень нежно. Марина ласково. Хорошая. Ага, Марина. Иногда, когда спит. И вилочкой вот так вот сделаем. Вот такие лепешки мама готовит для меня, когда я была маленькая, совсем уже. Я помню, это лет с пяти. Конечно, из белой муки. Вот. А я уже сейчас готовлю из цельнозерновой. Очень вкусно, очень. Теперь берем вот так вот на руку и перекладываем. Иди. И перекладываем в разогретую сковороду. Все. Очень прям вот элементарно. Накрываем крышечкой и готовим минут по 5 с каждой стороны. 5-7. Все так легко и просто. Да и вообще до смешного. Просто до смешного. Цельнозерновой хлеб вкусный. До смешного просто. Марина хорошая. Да хватит. Буквально через минуту он уже начинает вот так вот подниматься. Кое-где. Да, кое-где. Так, прошло минут 5. Такая вот она уже становится симпатичная. Так, берем просто быстренько, тупо, вот так вот переворачиваем. И готовим с другой стороны также до румянивания. Аромат уже потрясающий. Ну, прекрасно. Так, ну вот минут по 7 с каждой стороны готовился. Вот такая вот лепешечка. Что, реально готова? Реально готова, реально. Может, и с другой стороны еще чуть-чуть? Нет, достаточно. Все. То не надо пересушивать. Я еще понял. Хлеб готов. Друзья, пищевая ценность моего полезного хлеба цельнозернового 226 килокалорий на 100 грамм. Ну, то есть калорийность замечательная. Так. Ну, естественно, сейчас мы его попробуем. Смотрите, какой он. Не трясет, покажи. Угу. Он весь пористый, он весь классный. Как пряник. Ага, действительно. Очень мягкий, да? Очень. Да, классный. Рассыпчатый. Вот самое главное, что рассыпчатый. Да, как ты любишь. Да, да, да. Очень прекрасный, и времени ушло. Просто мизерное количество. Великолепный. Можно хлеб. Чуть-чуть меда. Ну. Ну, просто говоря. Да, можно. Ну, это уже. Да. Меда. Деловой. Да, ему немножко полезного хлеба, ему уже меда, потом еще мясо, потом еще, я не знаю. Не, ну как-то надо его есть. Ага, сливочного масла. А худеть будет Пушкин. Нет, да. А как его есть? Не, ну. Как? Имеется в виду. А, ну остыл, можно... пожалуйста, кушай. С чем-нибудь, да? С чем-нибудь, да, в разумных пределах, естественно. Нет, в наших случаях люди, которые пепешная еда, этот, ну, худеть. Например, взяли 200 грамм салата. Да. Примерно, да? Да, да, да. И 50 грамм вот такого хлеба цельнозернового. Да. Ну, и салаты, или, допустим... Или, например, суп. Или, например, 100 грамм. Сметана 15%. Да, да, кусочек хлеба. Вот. Стакан молока, например, да, или кефира. Домашнего, да, хорошего молока. И кусочек хлеба по калориям посчитали. Да, да. Что, да, может быть лучше? Вообще прекрасно. Или домашнего кислого молока. Ну да, ну все. И тут, говорит, Остапа понесло, началось. Друзья, если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи! Хорошего настроения, успехов в борьбе с лишним весом. Худейте вкусно, худейте надежно. И до встречи в следующем видео. Пока-пока.